Так, все, мальчики мои позавтракали и уехали. Теперь моя очередь. Завтракаю сегодня кофе с молоком. Панкейки еще со вчера остались. Творог буду. И бутербродики с сыром. Так что сейчас приступим. Всем приятного аппетита. У меня тут бульончик варится. Сегодня будет гороховый суп. Уже почти готово. Вчера вечером замочила горох, чтобы быстрее все это сварилось. Так что сегодня будем готовить. Иду будить Григория. Все-таки жалко его и даю ему поспать до 8 как минимум. Чик готов. Ура, ура, ура. Мам, чтоб это все сгорело. Кто? Да, обложки. Да, Гриша все... сегодня сдавать книги. Сколько же там учебников у тебя? 13. 13 учебников? Ну, у меня 14. У меня же там лишнее. Ну, понесешь, может, у кого-то же, получается, не хватает, наверное, да? Не знаю. Так, Григория, портфель. 13 книжек. 12, 14 даже, да? Ну да, так. Да. Все, Григорий, бабушка и с дедушкой. Мы сегодня работаем. Рабочий день. Гриша, выкинь ты эти шорты. Они постирались, по-моему. Да? Ну все, сына, давай. Я еду к родителям. Гришку отвезли они уже. И сейчас мы будем у них там укроп вязать. Вот, а потом еще взяла сумку Антохи на танцы. В общем, куча-куча дел. Сегодня мы не дома, а в разъездах. Вот, в чистой машине офигенно, конечно, ехать. Ну, вернее, она внутри не сильно чистая, но хотя бы снаружи. Все, поехали. Коробка тут пасется. Одна единственная на хуторе. Да, корова? Надо аккуратно проезжать, потому что коровы бывают, конечно, разные. Небо настолько красивое, настолько низкие эти тучи или облака. Ну, вот это, по-моему, тучка. Обожаю небо. Ну, я приехала. Глянь, этот котик спит. Чё в машину залез? Пошли. А тут такое чудо, чудо. Мы тут с Калюней проверяем все. Колин манеж. Сережа, ты читаешь инструкцию? Нет? Вы в конце будете? Покажите мне какой. Зоя! Тебе нравится такой подарок, Заюнь? Тебе нравится такой подарок? Да. Классный. Ну, у нас не до конца. Ну, вот эту же тоже. Или она тоже. Ура! Да, спасибо. Угу. Мы на танцы, мы на танцы. Не, кофту можешь не брать, там очень жарко. Нет, возьмем ее домой. Давай. Пока, Антон. Стой, жди меня. Ты меня берешь, партнера. По танцам? Да. Пошли, котик, сюда иди. Так, давай руку. Что у нас там? Побежали. Так, Антоха у нас на танцах. Теперь подстригать идем Григория. Лучше там все будет залито. Гришан, туда ты пойдешь таким с косичками на последний звонок. А линейки все равно... Осталось 3 дня. Да? И можно с косичками пойти, да? Весь мир за меня! Да, все занято. Едем сейчас в другую парикмахерскую. У нас уже сколько? 7 часов. Сейчас повезу Гришку на карате. Я помыла пол на кухне. Наконец-то. Так долго этого хотела. Кстати, интересно, у кого есть робот-пылесос? Как он вообще эффективен или нет? И как он моет пол? Напишите. На карусели после карате? А кто тебе такое сказал? Мама. Нет. Да.
Нет, это нужно с папой сначала поговорить. Да? Да. Колод надо пол двора, два пронести. Да? Да. Окончательную версию. Хоба! Прикольно. Эффектно. Эффектно? Теперь эту штуку накрыл. Не хватает вот красивых девок, как это вот у машин, знаешь, и так. После дровокола? Круто. Ровненький? Угу. Очень. Никто ж не сказал, что заводить надо. Ровненькая. Все отлично. Можно складывать, да? Только надо наушники. Надо только наушники тебе купить. Зачем? Ну, чтобы с музыкой, знаешь, с песней. Гриша рассказывает про то, что он уже съел клубнику монстр. Да. И она была уже сладкая? Она уже просто подгнивала там. Угу. А кто ее съел?
съел, да я кусочек откусил. А, Фонька ее? А у Гришки такая хорошая новость. Уже в среду на улице, да, карате? Какая новость? Ноги болят. А, там же бегать надо, да? Да, там нужно очень много бегать. Мама, так что завтра едем на шопинг и кроссовки тебе покупаю. Да. Так, положи. Цу-цу-цу-цу-цу-цу-цу. Так, все, пойдемте. Опа. На таран. Надо ее примочить чуть-чуть, намочить. Что же ты сделал? Что теперь лепится? Нет? Да сильно. Я уже иду отдыхать, включилась посудомойку, выставила видео. Выгружаться на ночь. Стараюсь выгружать видео, включать посудомойку. Вот две главные вещи. И еще достать мясо обязательно, чтобы завтра приготовить что-то. Вроде бы достала ребрышки, завтра будет гречка с ребрышками. Ну, я надеюсь. Вот, хочу всех поблагодарить за то, что досмотрели до этого места. До конца. Завтра у нас опять рабочий день. Мы будем вязать. У нас щавель, кинза и укроп. Вот. И что еще? Завтра обязательно нужно сделать пряники Зои на день рождения. 23-го Зоечки день рождения. На торт будет 3 кота. Вот. И в честь этого ей уже купили батут, чтобы всем детям было веселее. Вот. Всех благодарю. Всем пока, до завтра.